Готовим манты. Берем 350 грамм муки, чайную ложку соли, 200 миллилитров воды. Замешиваем наше тесто 20 секунд на скорости 5. Затем ставим на 2 минуты в режиме колосок. Наше тесто готово. Убираем в сторонку отдохнуть. Кладем 250-300 грамм лука. Измельчаем 3 секунды на скорости 5. Убираем в сторонку к нашему фаршу. Берем 250-300 грамм тыквы. Измельчаем 5 секунд на скорости 5. Повторяем данное действие во второй раз. Мы любим побольше тыковки. Вы можете регулировать ингредиенты на свой вкус. Солим, перчим по вкусу. Добавляем немного подсолнечного масла для сочности. Перемешиваем. Наша начинка готова. Отдохнувшее тесто раскатываем в пласт. Разрезаем на квадратики. На полученные квадратики кладем нашу начинку и лепим наши манты. Заливаем 1 литр воды, устанавливаем нашу приставку Варома, смазываем растительным маслом и раскладываем наши манты. Повторяем данное действие со средней приставкой Варома. Готовим 35 минут. Градус Варома, скорость 2. Наши манты готовы. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Thermomix ваш консультант Айгуль.